Всем привет, и Дмитрий снова с вами. Сегодня я расскажу об очень интересном суперкаре. Компания Pagani представила очередной шедевр, новую версию гиперкара Hiace BC со съемной крышей и двигателем, форсированным до 800 лошадиных сил. В конструкции автомобиля карбон сочетается с титаном, сталью и деревом. Родстер Hiace BC назван в честь Бенни Кайола, который в свое время стал первым покупателем Pagani. Новинку построили на базе купе Hiace BC, представленного в 2016 году. Инженеры Pagani утверждают, что новый гиперкар весит всего 1250 кг или на 30 кг меньше стандартного родстера Hiace. Снижение массы удалось достичь за счет широкого применения в конструкции облегченных и композитных материалов, в том числе сочетание карбона и титана, которое оказывается легче и прочнее. Аэродинамические элементы и массивный спойлер генерируют прижимную силу в 500 кг при скорости 280 км в час. Впервые Pagani применила технологию выдувного диффузора, когда два дополнительных патрубка из каталитических нейтрализаторов выталкивают воздух из-под днища и создают дополнительную прижимную силу. Подвеска получила модернизированные электронноуправляемые амортизаторы, которые эффективно борются с клевками и кренами. Гиперкар Hiace BC Roadster оснастили серьезно доработанным 6-литровым мотором V12 от Mercedes-AMG. Инженеры установили новые турбины, двойные корпуса дроссельных заслонок и 4 промежуточных охладителя. Мощность агрегата достигает 800 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 1050 Нм доступен при 2000 оборотов в минуту. При этом двигатель соответствует самым строгим экологическим нормам. Мотор работает в паре с 7-ми ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrak, которая на 35% легче обычного преселективного робота. Всего планируют построить 40 экземпляров Pagani Hiace BC Roadster. Цены начинаются от 3,1 миллиона евро. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал.